Полезная еда не всегда пресная и безвкусная. Тому подтверждение рецепт, как приготовить фиолетовую капусту. Салаты с ее использованием богаты витаминами, она хорошо сочетается с любыми продуктами. Расскажу о базовой основе с использованием только овощей и яблок. Такое блюдо можно разнообразить рыбой. Тунцом консервированным, сырой красной рыбой. Если будете добавлять рыбу, то только при подаче на стол, блюда подают самостоятельно или в качестве гарнира. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подписавшимся, больше вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Фиолетовая капуста, 1 штука. Яблоко, 1 штука. Яблочный уксус, 2 столовые ложки. Лук зеленый, 0,5 пучка. Сахар, 0,5 чайных ложки. Красное вино, 0,5 стакана. Бульон, 0,5 стакана. Сливочное масло, 40 грамм. Соль, перец, по вкусу. Кунжут, 1 столовая ложка. Количество порций, 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх. И спасибо за просмотр. Буду скучать без вас.